Приветствую вас, сразу хочется сказать, что мы вам совета также не дадим. Мы не можем дать вам совет, потому что психологи советов не дают. Мне очень жаль, что вы обращаетесь к нам, да, вот, мне очень жаль, что вы обращаетесь к нам именно за, значит, именно за советом, вот. Потому что вынужден буду я вас разочаровать, да? Психологи советов не дают. Это первое. Второе. Я думаю, что вы абсолютно правы в том, что не хотите замуж. То есть, ну вот, объективно правы. Вот не хочется замуж, вы замуж не идете. Все на самом деле здесь довольно четко, довольно понятно и прозрачно. Вот. Мне кажется, что это правильная позиция, мне кажется, что это верная позиция, мне кажется, что в общем и целом так и должно быть. Это так и должно быть, что вы хотите замуж, значит, вы замуж не идете. Разрывать отношения с человеком, за которого вы не хотите сейчас замуж, не стоит, хотя бы потому, что отношения, вот просто элементарные отношения с ним, с человеком, гораздо более важны, гораздо более глубоки, гораздо более широки и глобальны, чем, собственно говоря, замужество. То есть вам просто нужно дать ему понять, что вы не хотите сейчас замуж. Вот. Что вы не готовы сейчас замужеству. Вот. Все, что вам нужно, это дать ему понять вот этот момент. Все. Больше ничего не нужно. То есть не нужно принимать каких-то глобальных тяжелых решений. Как вы описываете, не нужно вершить, тем более, там, не знаю, судьбы, да, то есть его судьбу, вашу судьбу, вот, ни в коем случае не нужно этого делать, потому что отношения шире этого всегда, отношения больше этого всегда. В этом нужно себе отдавать отчет. Очень важно, чтобы вы в этом себе отдавали отчет. Понимаете? Вот. И чтобы соответственно, из этого исходили, вот. Чтобы в первую очередь из этого исходили, вот. То, что там дальше будет, это... Ну, это не так важно на самом деле, вот. То есть я хочу, чтобы вы для себя этот момент поняли. Ваше желание или нежелание, значит, выходить замуж никак, абсолютно никак не характеризует ваши чувства к мужчине. И, условно говоря,
перспективу ваших отношений с ним. Вот. Это очень разные истории. То есть, да, кто-то чего-то хочет, да, там хотят, значит, хочет там его бабушка, чтобы вы, ну, чтобы вы вышли за него замуж. Вот. Это все не имеет никакого значения, потому что живете вы, жизнь ваша, и как бы вы управляете своей жизнью. Вот. И да, это может быть неприятно, да, это может быть как бы вопреки. Вот, но еще раз повторю, это самая адекватная позиция. Если вы не будете действовать вот так, то ситуация, ну, ситуация будет складываться очень печально. И жалеть вы будете именно о том, скорее всего, вот именно жалеть вы будете о том, что позволили себе уйти. То есть позволили себе уйти, позволили себе разорвать отношения. Вот. Только из-за того, что вот нужно было выходить замуж. Так мне видится эта история, вот, в принципе, такой. Так мне видится история. То есть, поговорить нужно с человеком. Поговорить нужно с человеком, с мужчиной, и донести до него, как обстоят дела. Вот, что если вы не хотите замуж, вот, сейчас, то вы, соответственно, не будете там, там, ну, не будете сейчас выходить замуж. И в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего ужасного. Вот. Просто вам необходимо отделить себя и свои желания от того, чего хотят другие. Да, другие, заметьте, даже не вы. Просто другие люди хотят. Знаете? Вот. Вот это и нужно, на мой взгляд, вам проработать. Вот. Вот так, в принципе, я бы ответил вам на ваш вопрос. А если у вас остались дополнительные вопросы, дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я надеюсь, что вы все же не будете принимать поспешных решений. Очень надеюсь, да, что вы все-таки, ну, что вы не будете торопиться с судьбоносными решениями. Вот, и все-таки пойдете по пути вот такому, ну, более, скажем так, более адекватному пути, да, более лояльному, может быть, пути. Вот, вот так.
Ага, на этом все. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.